Привет, зритель. Сейчас будет маленькая распаковочка Сарика. Сегодня я забрала с почты свою посылочку с насадкой. Ну, короче, с микрофоном для этой диджейна, которую я сейчас пишу. Запускай. С этой стороны просто мой адрес. Я ее еще не вскрывала, как-то у меня так еще не вышло даже еще распечатать, хотя уже практически 12, ну, почти 12 ночи. У продавца очень мало отзывов, и на эту не было даже отзывов. Но, как я поняла, присылается именно то, что надо, и он, ну, как бы нормально продавец. Я решила, что надо ему тоже отзыв оставить. Это грустно, когда нет отзывов на хорошие товары. К тому же я искала, как бы, чтобы было именно то, что надо. И именно от официального представителя. Ну и как бы у меня там был еще код, оно мне вышло за 7,5 с чем-то тысяч. Вот тут вот фокусировка. Зелененькая такая заклеечка. А вот она так соединяется. Я тестить, конечно, сейчас, наверное, не буду, потому что пишу на эту камеру. Слышно, наверное, как кошка тут шумит, она дерет. Вот тут внутри книжечки всякие, ну, в смысле инструкции, информашка. Спасибо, что продолжаете поддерживать канал. Возможно, когда-нибудь благодаря вашим донатам это все у меня купится. И планшет, и насадка Wi-Fi, и вот это вот этот микрофончик. Волосатая штучка для микрофона. Возможно, сейчас к нам придет человек. Вообще, на самом деле, кошка. Кошка, не лезь в кадр. На столе не сиди. Тут и плюнуть некуда, одни яблоки, а ты еще лезешь. Вот эта штучка, насадочка, микрофончик. Ну, я ее скинула, она идет уже с другой стороны ко мне. Сейчас, возможно, будет в кадре. Ах ты, хулиганка. Вот такой вот маленький микрофончик. Буду писать на него СМР, когда с этой камерой. Но еще, если буду делать обзор одежды, а камера будет, соответственно, на штативе чуть подальше. Я еще не делала обзор, хотя уже уляпала, и надо бы его стирать, на свой новый спортивный костюм зеленый. В третий раз кошка идет, она такая настырная. Прям как человек, с которым я тут на днях общалась. Алиса, ну что ты за жук? Вот тут ее видно, это кошка. Короче, этот... И еще у меня есть куртка, которую я все никак не отпарю, но просто сейчас тепло, и в ней как бы, ну, не к месту ходить, и как бы тебя скрыть-то. А вот тут можно открыть. Я пытаюсь порвать этот пакетик, а его уже можно просто открыть. Вот такой вот маленький микрофончик. Уроки есть DJI с этим микрофончиком, но я еще пока их не смотрела. Вот тут Wi-Fi, кнопка подключения. Вот я пальцем трогаю, как бы показать-то. Вот эта кнопка Wi-Fi подключения. Судя по всему, тут включение-включение. Сам микрофончик. Можно его питать. Видимо, надо какой-то отдельный кабель для зарядки. Надо посмотреть на сайте, может быть, какой-то подойдет, а может, ну... А вот здесь еще есть кабель, короче, как от камеры питает, вот такой же, как камеру питает, или, ну, Type-C, по сути. А есть вот еще сверху какой-то кабель, он вообще мне напоминает кабель, как вот микрофон подсоединяется проводом. DJI, QR-код. Такая вот защелочка.
Я в свое время хотела купить себе петличку. Даже, может быть, кто-то в курсе, у меня была какая-то петличка Акселин, но это такая парашная марка. Все, что она делает, мне кажется, это, в общем, не знаю, для чего делают такое некачественное и продают. Параша очень полная. И звук там был такой, на одно ухо есть, на другое нет. Я еще помню, с вами в комментах с кем-то из зрителей спорила, потому что на монтажке этого не слышалось. А потом я глянула какой-то этот ролик с этим Акселином и поняла, что действительно вы были правы. Так вот, я хотела какую-нибудь себе петличку, но что-то все как-то надо, не надо, думала. А когда узнала, что вот у DJI есть петличка вот такая, по Wi-Fi еще работающая, я поняла, что, в принципе, если покупать петличку, то только DJI именно для камеры. А вот это для чего? А нет, это вот сюда вставляется. Этот... Друг волосатый. Вот так оно выглядит. Я забыла, что с планшета управляю. Думаю, положить на планшет, а можно же на стол рядом положить. Вот. Ну, видно, что управляет планшетом. Тут какая-то дырочка. Сейчас, возможно, мне не знаю, получится подключить микрофон или нет. Настройки. Мне кажется, это через саму камеру надо делать. Я сейчас попробую подключить его отдельно. Сейчас отключусь и попробую подключить. Вот я уже с микрофоном. Надеюсь, все нормально, тест пройдет. И, короче говоря, как бы на экране увидела, но уже отрубилось позже. Но если соединяется микрофон с камерой по ручке, которая вот... Можно, короче, поставить камеру на одно место, ручка будет в другом месте. То оно, соответственно, отсоединяется от DJI Mimo, и там что-то идет, что используете проводок для какого-то подключения. Может быть, используется есть, можно подключить проводок, вот та вот дырочка, которая есть на микрофоне, на самом, как бы похоже такой на джек 3,5 мм, или как он там называется. И можно тогда использовать его, подключить к... Как раз вот тут есть дырочка тоже для микрофона на самой камере. Я потом как-нибудь все-таки сделаю на нее обзор уже такой без распаковки. Распаковка уже есть на канале в ASMR формате. Именно обзор и на Arik запишу с фоточками, и на видео полноценное такое со всей этой приблудой на YouTube. Но писать, соответственно, буду уже на Sony камеру. Короче говоря, если писать на микрофон... то DJI Mimo нельзя управлять. Но если, видимо, подключить через провод туда и сюда, это может быть отдельно мне придется провод покупать, то можете, кстати, задонатить на этот провод. Я скажу спасибо вам, донаторы, товарищи, вот в этой вот облачке будет. Да, спасибо Ольге и Насте, которым я говорила спасибо в ролике, который мне еще не получилось смонтировать. Так вот, если, видимо, через провод соединять микрофон с ручкой-насадкой свободной руки, вот это что у меня, я купила тоже на Алике, тоже официального представителя DJI, то можно, в общем, вот как бы смотреть, управлять DJI Mimo с планшета. В общем, теперь у меня полный комплект. Спасибо тем, кто донатил. Ну и спасибо тем, кто продолжает мой канал поддерживать финансово. Ну и еще тем, кто ставит лайки. Я надеюсь, вы поставите лайк к этому видео. Спасибо, кто пишет комментом. Короче, всем тем вам, кто делает движ у меня на канале, там лайками, репостами, просмотрами и тому подобное. Ну и буду рада, если вы так и продолжите на меня подписываться. А если давно смотрите меня без подписки, то подпишитесь, пожалуйста, мне будет приятно. А то мне сегодня выдали, у тебя всего лишь 7300 с чем-то там зрителей, да, как мало, та-та-та-та. Вот если ты сделаешь нам то и то и то, тогда, возможно, у тебя будет. Я думаю, нет, мой канал мне как-то дороже, чем делать вам то и то и то. В общем, я надеюсь, что тест у меня прошел удачно. Я постараюсь в ближайшее время смонтировать этот обзор и выложу на канал. И если кому интересно, то может в закрепленном комментарии оставлю ссылку на этот микрофон на Алике. Это Wi-Fi микрофон, трансмиттер. Сейчас надо будет это, наверное, зафоткать на телефон и выложить отзывом, или просто выложить отзывом, что все хорошо, на продавцу этому на AliExpress. В общем, все отлично тут. В принципе, я вот увидела, что там у микрофона бежит эта штучка на самой камере, и там вот как бы видно, когда вот... Даже просто когда я молчала, какие-то звуки, видимо, рукой махала, какие-то звуки вылавливались, и микрофон вот так эта штучка бегала. В общем, всем спасибо за просмотр, ну и всем пока!